Здравствуйте! Рада видеть вас снова на своем канале. В этом видео я хочу показать вам свои новинки приобретения и работы, которые я раскрасила за июнь. Надеюсь, вам понравится. Поэтому приступим. Так, начнем с новинок и то, что я в них раскрасила. Побег мир Шекспира. Дался мне очень-очень тяжело, так как я в этот раз участвовала в марафоне Ольги Рани, и тема была «Пир на весь мир». Я изобразила сие творение, мой любимый красный цвет, в кавычках. Было очень тяжело сделать из плоского изображения что-то более-менее приличное, но, надеюсь, мне удалось, и я не опозорилась. Следующая работа – это... Вот такой кинжал. Я здесь использовала несколько карандашей, фаберы, призмы и мандалузы, кахиноры. Те, которые, кстати, размывающиеся, но я их никогда не размываю. Так что оцените. Бумага меня в очередной раз разочаровала, потому что я сюда лила инктенсы на фон. И протекло все. Не все, но большая часть. Но этого вполне достаточно для того, чтобы уже иметь раскраски и негативное впечатление. Давайте приступим к следующей. Аморфозы. Только-только приобрела, ничего еще не раскрасила. И, как всегда, издательство Эксмо, вы нас не подвели, какие же вы молодцы. Я думаю, чувствуется нотка сарказма в моем разговоре. Почему всегда так? Одно и то же, а? Я, конечно, знала, на что подписываюсь, но всегда же хочется получше что-то иметь. И как всегда. Одно мое приобретение – это раскраска от Ханны Карлсон. Я не знаю, почему я ее купила. Хотя нет, я знаю, потому что внутренний хомяк внутри меня сказал, что на Озоне она стоит там 370 рублей, а в Ашане она стоила 260. И как ты можешь пройти мимо? Вот такие у нас живут хомяки. Здесь я раскрасила... Скажем так, раскрасила я ту страницу и начала эту, потому что я там лила очень много акварели, и все протекло на соседнюю, поэтому... Пока это зачаток работы. А основная, та, которая мне понравилась, в принципе, из-за чего, наверное, еще я купила эту раскраску. Вот эти лотосы или лилии. Как они правильно называются, а? Кто-нибудь помнит, скажите. И стрекозы. Мне кажется, они очень удачно получились, особенно крылья. Если вам понравится, я расскажу секрет, как я сделала это. Окей? Те, кто смотрел мои предыдущие видео, видели уже эту раскраску. И тут была одна работа, это самолет, и я полностью ее переделала. Теперь у меня более-менее терпимый самолет с летающими дудликами. Как вам кажется, лучше же, чем предыдущая работа или нет? В этой раскраске уже бомбануло издательство Аст. Какие тоже молодцы, ну прям талантище, а? Как надо так хорошо делать эту раскраску, чтобы страницы разрывались. Работа сделана вдохновением от японских фонариков. Вторую страницу я планирую, в принципе, точно так же сделать. Меня прям бомбит на красные, смотрю. Далее, удивительные джунгли, та самая ящерка. Вот она. Я не стала делать никакой фон, мне не особо сильно хотелось, я просто сделала более-менее терпимые тени. Как вам кажется, они же терпимые? Мне самой она очень понравилась, я сама от себя такого не ожидала, поэтому насладитесь вместе со мной. Далее следует раскраска Ханны Карлсон и ее очередная чекуля, или моя очередная чекуля получается. Скоро я, наверное, буду пластическим хирургом, я уже им столько носы переделала, что, ребята, записывайтесь, все исправим, если что. Как она вам?
Мне кажется, норм. И, кстати, не обращайте внимания на вот эти следы, потому что я начала раскрашивать соседнюю страницу, и когда надавливала на карандаш, к сожалению, перепечаталась. Но все равно выглядит настоящей чекулей. Вы согласны? Покажу вам немножечко тогда и соседнюю сторону. Но она не очень готова. Просто пока раскрашенный замок. И напоследок хочу я вам показать Терри Пратчетт «Плоский мир». Ту самую картинку, которая мне очень понравилась. Я начала работу, хоть она и не завершенная, но мне все равно хочется вам ее показать. Я пытаюсь изобразить точно так же, как автор. Честно, первый раз копирую чужую работу. Может, у меня талант? Скажите свое мнение, вам нравится или нет? Мне будет очень приятно. И на этом все. Спасибо, что посмотрели мой обзор, мои раскраски. Ребятушки, вы лучшие. Спасибо. Всем пока.